We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Welcome again. I also want to welcome all the participants that are joining us virtually. Еще раз сердечно поприветствовать всех участников, которые подключились к нам через интернет. У меня нет доступа в Zoom, но я знаю, что мои коллеги получили доступ через Zoom, так что, пожалуйста, свободно общайтесь с нами, хотя мы физически порознь. Этот открытый форум ООН в рамках Internet Governance Forum. Это исторический момент. Во-первых, по крайней мере, по моему знанию, мы организуем такой открытый форум, в котором участвуют старшие рангом специалисты ООН, которые говорят об управлении интернетом и на тему важнейших аспектов своей работы в контексте общих усилий по направлению интернета. Давайте будем с вами помнить, что управление интернетом – это деятельность, которая не ограничивается одним сектором, одним агентством, одной сферой, потому что интернет – это то, что касается нас всех. Во всех аспектах экономических, юридических и всех остальных. Так что мы все должны работать вместе в пользу должного управления интернетом. Я знаю, что мы начали с опозданием, поэтому хочу передать слово подсекретарю генеральному УНДЕСА, то есть Бюро по экономическим и социальным вопросам. Так что господин Лю Зенмин, генеральный подсекретарь, он прекрасно понимает важную роль цифрового форума ООН. Я очень рад, что могу присутствовать здесь, дорогие коллеги. Для меня это огромная честь. И хочу вначале поблагодарить Онрет за то, что на протяжении последних 2 лет она является председателем нашей многосторонней консультационной группы. На протяжении последних 2 лет Онрет и ее сотрудники из МАГ приложили большие усилия для того, чтобы организовать саммит IGF. И хочу поблагодарить всех моих коллег из Организации Объединенных Наций. Спасибо большое за вашу поддержку и за соорганизацию виртуального саммита в прошлом году. В этом году, к счастью, благодаря улучшению глобальной ситуации в области здравоохранения, нам удалось организовать этот саммит в гибридной форме здесь, в городе Катовице, Польша. В рамках этого саммита мы будем беспрестанно подчеркивать нашу поддержку и хотим также подчеркнуть то, что цифровой саммит ООН – это многостороннее событие. Так что, дорогие коллеги, Организация Объединенных Наций все больше вовлекается в действия, связанные с управлением интернетом. Мы делимся нашими знаниями со многими заинтересованными сторонами, стараемся слушать их замечания. Такое общение и сотрудничество, несомненно, способствует всему интернет-сообществу. Многие действия ООН
получают также поддержку со стороны правительства отдельных стран. Это означает, что ведутся работы с большой степенью достоверности. Мы стараемся также вводить международные нормы и заботиться о том, чтобы улучшался доступ в интернет во всем мире. И мы стараемся обеспечивать также внимание к вопросам кибербезопасности. Очень важно, чтобы мы все время получали обратную связь от организаций гражданского общества, от технического сообщества, от наших партнеров. В противном случае наши действия не будут учитывать важного вклада всех участников и заинтересованных сторон. Мы стараемся противодействовать цифровому исключению. Мы стараемся улучшать доступ к цифровым услугам и гарантировать также доступ к улучшенным возможностям находить работу. Следует помнить о том, что эти инициативы должны быть многосторонними, и они могут такими быть благодаря интернету, благодаря цифровым технологиям. Мы с вами можем организовать виртуальные встречи, онлайн-конференции. Это просто один из многих примеров цифровых услуг, которые способствуют нашему сотрудничеству. Цифровой ответ, цифровая реакция на пандемию COVID-19 нам показала большую ценность цифровых технологий. К сожалению, цифровые технологии недоступны для всех. И это одна из болезненных точек, которая выявила себя во время пандемии. И мы знаем, какие бывают последствия, если дети не могут подключиться к интернету, и чтобы получить доступ к урокам, если сотрудники не могут работать, потому что у них нет доступа к интернету. Мы видели также отрицательное влияние изоляции и карантина на общественные отношения. Поэтому в рамках семьи ООН мы хотим быть участником этого глобального движения в пользу более безопасного интернет-пространства. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш очень ясно говорит о том, что мы должны вводить инновации и приспосабливаться к изменениям, что нам нужны реформы. Цифровой саммит IGF – это прекрасная платформа для обмена опытом и мнениями в этой общей цифровой экосистеме. Мы будем стараться разрабатывать новый потенциал в области цифровизации. И я хочу просто пригласить вас, чтобы вы открыто говорили о том, что можно сделать, чтобы интернет был хорошим, доступным местом для всех людей, для всей планеты. Мы хотели бы использовать потенциал цифровой трансформации, который может способствовать устойчивому развитию. Так что сердечно благодарю вас и желаю вам плодотворных прений во время саммита. Сейчас мы услышим голоса представителей разных агентств. Некоторые из них здесь у нас на месте, а некоторые подключились к нам онлайн. Так что, пожалуйста, придерживаемся временного режима, чтобы у всех была возможность взять слово. Мы думаем о том, каким образом агентство ООН и организаторы цифрового саммита ООН могут совместно задуматься о важных аспектах цифровой трансформации. Хочу представить первую участницу дискуссии, Мишель Конаунс, исполнительный директор агентства ООН по борьбе с терроризмом.
Спасибо большое, уважаемые гости, участники нашего форума. Во-первых, хочу поблагодарить организаторов саммита IGF за то, что они так оперативно приготовили этот саммит и дали нам возможность обсудить разные аспекты, связанные с цифровыми технологиями. Как мы все с вами знаем, именно технология является причиной больших изменений, с которыми мы имеем дело, и они требуют также осторожности для предотвращения отрицательным, негативным явлениям, таким как преступность в киберпространстве, преступления на почве новой ненависти, киберзапугивания и так далее. Следует помнить о том, что цифровые технологии имеют как положительные, так и отрицательные аспекты. Они могут повышать качество нашей жизни, но дают также поле маневра кибертеррористам и другим субъектам, которые занимаются преступной деятельностью. И мы в нашем агентстве боремся против терроризма, стараемся вводить действия, связанные с помощью для стран-членов ООН, которые помогают им предотвращать использование интернета террористами для распространения именно вот такого рода действий. Можно сказать, что уже 20 лет тому назад было замечено, насколько новые технологии могут оказаться важными и насколько они уязвимы для использования террористами. Поэтому была принята резолюция номер 1373. Именно с 2001 года были приняты 13 очередных резолюций по этой теме. Что касается этих резолюций, они регулируют важные аспекты, такие как сотрудничество международного характера по сбору цифровых доказательств, сотрудничество по доступу к конкретным материалам, противостояние терроризма в интернете, сборы и дача информации, биометрические данные, другие данные, обеспечение кибербезопасности, а также другие области. Это очень важные виды деятельности, которые обеспечивают функционирование интернета согласно верховенству права, и они защищают права человека. Например, мы обеспечиваем защиту персональных данных, мы также заботимся о правах человека и стараемся обеспечить то, чтобы используемые алгоритмы искусственного интеллекта были законными, и они не нарушали интересов ни одной личности. Мы анализируем новые тенденции в области информационных технологий. То есть это был краткий обзор того, что мы делаем с точки зрения информатических и информационных технологий. Давайте будем помнить о том, что мы все время имеем дело с преступниками, которые пользуются интернетом для преступных целей, так что мы должны быть бдительными и предпринимать необходимые действия для предотвращения такого рода явлений. Я думаю, что все страны-члены должны сотрудничать с другими партнерами, в частности, с гражданским обществом, с членами исследовательских сетей, с агентствами ООН и с другими субъектами. Спасибо большое. Спасибо огромное за этот голос в нашей дискуссии. Я надеюсь, что мы сможем обсудить эти вопросы более подробно в будущем, потому что это очень сильно связано с теми дискуссиями, которые ведутся во время других сессий IGF. Сейчас господин Тафик Джеласи, заместитель генерального директора по коммуникациям и информации в ЮНЕСКО. ЮНЕСКО занимает очень важную роль и играет важную роль как организатор цифровых саммитов. Это одно из важнейших агентств, принимающих участие в организации саммита информационного общества, который был предшественником IGF. Спасибо большое, Андрей, за возможность взять слово
И я очень рад, что могу присутствовать здесь. Опять же, хочу еще напомнить историю саммитов IGF. Они были организованы в 2003-2005 году в Женеве, также в Тунисе. И можно сказать, что они проложили путь к организации саммитов IGF. Мы в ЮНЕСКО всегда поддерживаем правильное управление интернетом, но давайте помнить о том, что это требует также обеспечения прав человека, и мы должны опираться на открытом подходе и многостороннем подходе. Мы считаем, что мы должны предпринять должный подход, и мы считаем, что это хорошо, что 44 страны решились именно в этом духе работать, и они стараются направляться или идти в сторону как можно полного выполнения нашей программы. И вот это первый момент. Очередной момент. ЮНЕСКО, можно сказать, всегда было одним из ведущих агентств ООН, продвигающих свободу слова, свободу высказываний и выражения своего мнения. Мы также высказываемся за безопасность журналистов и за то, чтобы преследовались преступники, совершающие преступления против журналистов. Мы должны защищать свободу слова, так как и свободу в других аспектах нашей жизни. Мы должны позаботиться о свободе слова и одновременно бороться против преступлений на почве ненависти, языка ненависти, призывов к насилию и так далее. Это вот черная сторона интернета. То есть мы не можем принять подход laissez-faire, то есть что все дозволено. Мы должны подумать о том, как мы хотели бы обеспечить должное управление интернетом. И в завершение моего высказывания я хочу подчеркнуть, что 2 недели тому назад 193 страны-члены ЮНЕСКО приняли рекомендации ЮНЕСКО по этическим вопросам, по использованию искусственного интеллекта. Это очень переломный документ, первый в своем роде на тему искусственного интеллекта. Давайте будем помнить о том, что искусственный интеллект — это уже не новинка, оно уже работает, несет много положительных и много негативных черт. Это то, что несет и пользу, и угрозу. Так что мы должны обеспечивать этические принципы, связанные с использованием искусственного интеллекта, и механизмы, которые нас обеспечивают нам безопасность. Но в этом духе мы должны именно развивать новые системы искусственного интеллекта. На этом я остановлюсь и, может быть, продолжу в следующий раз. Спасибо большое. Сейчас передаю слово следующему члену нашей панельной дискуссии. С удовольствием приветствую следующего онлайн выступающего, господин Марио Цимоли, заместитель исполнительного секретаря комиссии по Латинской Америке и Карибскому региону ЭКЛАК, то есть комитет, который занимается экономическими вопросами. Я особенно активно работал во время пика по информационному сообществу. Марио, вы с нами? К сожалению, я вас не слышу. Не знаю, готовы ли вы взять слово. Может, его, наверное, с нами нет, но может, он еще успеет к нам присоединиться. А тем временем я обращусь к Марии Франческе Спатулисану, заместитель генерального секретаря УНДЕСа. В настоящее время она глава бюро посланника генерального секретаря по вопросам технологий. Благодарю за слово. Сейчас я выступаю как управляющий бюро посланника по
технологиям при Генеральном секретаре ООН. Наше агентство занимается координацией деятельности по внедрению программы Генерального секретаря по цифровому сотрудничеству. Этот документ – это некоторый призыв ко всем, чтобы создавать цифровое пространство, которое будет защищать интересы всех заинтересованных и создавать более открытое будущее и более безопасное для всех. Наше агентство действует открыто. Мы принимаем многосторонний подход, упор делаем на многостороннее партнерство. И мне кажется, что в ходе этого форума мне не нужно объяснять, почему это так, потому что все знаем, как такой многосторонний подход важен. Мы сотрудничаем с различными подходами в рамках ООН, представители этих сторон тут с нами. Мы стараемся в основном сотрудничать, возможно, лучше служить государствам и развивающимся странам. Стараемся, чтобы никто не остался сам по себе в плане этих вопросов. Как мы подходим к нашей работе? Программа по цифровому сотрудничеству, программа Генерального секретаря ООН, это такая программа, которая подчеркивает необходимость создать еще более эффективное цифровое пространство до 2030 года. В рамках этой программы говорится о том, что необходимо всех обеспечить доступом к цифровому миру, потому что будем помнить о том, что в мире есть около 3 миллиардов человек, у которых нет еще стабильного доступа к интернету. Будем помнить о том, что только такой подход позволит нам обеспечить надлежащий прогресс. Но этот прогресс требует и соответствующих навыков. И эти навыки мы должны вырабатывать, обеспечивать различные тренинги. И в рамках ООН в такие тренинги мы вовлекаемся. Наше агентство сотрудничает также с бюро по вопросам координации и развития в рамках ООН, а также с UNICEF, UNDP и другими субъектами. Даже мы учредили национальные коллективы в отдельных странах, чтобы еще лучше действовать и помогать заинтересованным сторонам на местах. Сегодня и завтра мы участвуем в саммите по управлению интернетом, и мы тут затрагиваем разные существенные темы, например, такие как многосторонняя сеть в пользу построения цифрового потенциала. То есть такой инициативы, в которую вовлечен ряд субъектов, включая Международный союз электросвязи или УНДП. Это такая инициатива, которая будет сосредоточиваться на необходимости построить потенциал и на обеспечении тренинга тем субъектам, которые хотят заняться этой инициативой. Мы тесно сотрудничаем с бюро представителя по вопросам на самых неразвитых странах, странах без доступа к морю и стран, расположенных на островах, где мы пытаемся пропагандировать развитие новых технологий, чтобы в результате и эти страны могли использовать выгоду от идущую от цифровых технологий и новых технологий. Мы пытаемся обеспечить эти государства доступом к интернету. Программа Генерального секретаря в целом требует от нашего агентства непосредственного сотрудничества со всеми агентствами ООН, чтобы еще лучше использовать потенциал цифровых технологий и решать вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Например, мы сотрудничаем с агентством ДСА. В рамках сотрудничества с ним мы пытаемся провести опись всех внедряемых в настоящее время цифровых инициатив, чтобы лучше их координировать. Мы сотрудничаем также с другими агентствами, например, с агентством, которое занимается искусственным интеллектом, исследованием космического пространства. И здесь, в рамках сотрудничества, мы проводим различные
мероприятия. Примеры мы можем указывать многочисленные. К сожалению, времени нет, чтобы подробно о них рассказать. Но я хотела бы еще раз подчеркнуть, что наше бюро, может быть, оно и невелико, но пытается тесно сотрудничать с разными субъектами. Значит, если кто-то заинтересован сотрудничеством с нами, то мы приглашаем связаться с нами, мы открыты к предложениям. Сердечно вас благодарю. Мне сказали, что господин Цимуали не может с нами быть, он извиняется, его слова, к сожалению, вовремя ко мне не дошли, но теперь мы уже знаем. Таким образом, я предоставляю слово заместителю исполнительного директора Фонда Объединенных Наций. Господин Петерсен, спасибо. Спасибо за приглашение. Я хотел бы сказать слово к тому, как управление интернетом связано с нашей работой, с работой УНФПА. Будем помнить, что и мы являемся одним из агентств ООН, занимаемся вопросами здравоохранения в плане репродукции, работаем с женщинами, с девушками и стараемся бороться с насилием в отношении женщин и девушек. Мы видим, что наша работа приносит уже измеримые результаты. На минувшей неделе мы запустили в соцсетях новую кампанию, которая касается вопросов репродуктивного здоровья и прав женщин. Здесь мы подчеркиваем, что это весьма важное пространство, что стоит защищать права женщин и девушек, например, право на изображение их тел. Мы стараемся работать именно в этом духе и хотим защищать права женщин, которые пользуются интернетом. А на самом деле 85% женщин, которые пользуются интернетом, заявляют нам о таких или иных проявлениях, признаках насилия в отношении других женщин. А 38% женщин имеют опыт насилия, личный опыт насилия. 65% женщин заявляют, что они в определенный момент стали предметом языка вражды или издевательства в интернет-пространстве. Как видно, эти темы очень важны, и необходимо действовать против насилия в отношении женщин, которое проявляется также и в виртуальном пространстве. Это та проблема, которая касается каждой девушки, каждой женщины, поэтому мы пытаемся их защищать в интернет-пространстве. Необходимо им предоставить слово. Также технологические общества должны делать больше с целью гарантировать права женщин. Мы призываем соцсети, призываем и другие субъекты обеспечить женщин и девушек такими же правами и такой же защитой в интернете, на которую могут рассчитывать вне этого цифрового пространства. Итак, мы должны обеспечить соответствующие инструменты, которые будут доступны пользователям, которыми легко будет пользоваться, чтобы поддерживать пользователей, в том числе, чтобы предоставлять механизмы по предотвращению унижающего контента в соцсетях, который мог бы нарушать права женщин и других пользователей в интернет-пространстве. Посредством нашей кампании мы пытаемся призывать к установлению ясных законоположений, которые приведут к тому, что публикация негативных комментариев или унижающего изображения в интернете через цифровые площадки станет незаконным.
В данном контексте эксперты со стороны гражданского общества должны привлекаться для того, чтобы можно было подготовить подходящее урегулирование. Это то, что мы пытаемся пропагандировать сейчас, проводим в этой сфере кампании, хотим действовать в пользу повышения прав, качества прав женщин и девушек. Спасибо. И я вам благодарна. Я не буду сейчас более подробно высказываться по поводу сказанного вами, но хочу сказать, что в рамках саммита EGF многое удалось нам сделать в сфере борьбы с насилием по половым признакам в интернете. Я очень рада, что агентство ООН борется с вредными явлениями в интернете, но, кроме того, они позволяют позитивно использовать интернет. А теперь перед нами господин Масуд, то есть глава Бюро Объединенных Наций по противодействию терроризму и преступности и злоупотреблению психоактивными веществами. Спасибо, Анрет. Я сегодня с вами соединяюсь из угрюмой Вены. У нас уже совсем темно. Уважаемые коллеги, благодарю за возможность высказываться в ходе сегодняшней площадки. Благодарю организаторов за проведение этого 16-го выпуска EGF. Мы очень рады, что мы имеем шанс участвовать в этом гибридном мероприятии, которое проводится в Катовице. Я постараюсь очень быстро рассказать о том, чем мы занимаемся. Конечно, наши действия нацелены на достижение цели устойчивого развития Объединенных Наций. Наша пятилетняя стратегия базируется на программе Генерального секретаря, которая предполагает реформу, то есть инновацию по обработке данных и цифровой трансформации. Мы обязаны прежде всего удовлетворить вызовам целей 16, то есть в плане целей устойчивого развития ООН. Хочу сказать, что пандемия COVID-19 показала, какие вызовы перед нами всеми, и показала, как быстро мы в состоянии перейти в онлайн-пространство, которое связано с необычным потенциалом, но и с существенными угрозами, которые несет с собой киберпреступность и террористическая деятельность онлайн. В этом контексте я бы хотел рассказать о наших пяти пространствах, программных пространствах агентства UNDC. Во-первых, в 2017 году мы запустили инициативу по надзору за электронными доказательствами такой трансграничной программы в сотрудничестве с CITEL. И посредством этой инициативы мы пытаемся укрепить роль публично-частных партнерств в государствах-членах, а также международное сотрудничество, включающее в себя региональные организации, такие как Евроюст или Европейская сеть юрисдикции. Мы разработали ряд онлайн-инструментов и новых ресурсов, которые должны поддерживать, вспомогать обработку электронных доказательственных материалов. Следующая проблема, в которую мы вовлеклись, или в решение, которое мы вовлеклись, это работа в сотрудничестве с государствами-членами в пользу укрепления ответа на преступную деятельность в интернете. Следующая область деятельности – это противодействие киберпреступности. Эта программа ставит своей целью в первую очередь выстраивать новые способности, а также проводить превентивные меры, укреплять сотрудничество и создавать новые правовые рамки. Очередная программа, в которую мы вовлеклись, это увеличение наших знаний о криптовалютах, а также об отмывании денег в интернете. Мы стараемся сокращать
размеры и количество такой угрозы. В сотрудничестве с субъектами, которые принимают решения, и повышая наши знания о таких явлениях, как блокчейн. И, наконец, в 2019 году Генеральная Ассамблея установила ад-хок-комитет по выработке международной конвенции о борьбе с использованием ICT-технологий в преступных целях. Первая сессия состоялась в мае 2021 года. Сразу после нее генеральный секретарь объявил свой план действий в пользу развития цифрового сотрудничества. Здесь я пока остановлюсь. Благодарю Анрет и благодарю организаторов. К сожалению, время нас поджимает, и я не хочу слишком сильно на вас давить, но буду благодарна, если члены нашей дискуссии будут говорить более сжато. И сейчас попрошу постоянного представителя Польши в Нью-Йорке. Огромное спасибо, госпожа модератор, и благодарю всех коллег за то, что вы раньше сказали. Хочу рассказать о том, что делает ООН в цифровом пространстве на двух уровнях. Во-первых, уже мандат нашей организации, ее полномочия означает, что мы принимаем участие в разработке правовых рамок цифровой деятельности. А во-вторых, я буду говорить о политической деятельности, хотя, возможно, это не лучший способ это определить. Я хочу подчеркнуть растущую роль и значение того, что мы должны обсуждать цифровые вопросы на международной арене. Программа цифрового сотрудничества становится чем-то очень важным в контексте реформы организации и набирает значение глобальная связь, новые технологии. И я думаю, что это было прекрасно резюмировано в отчете генсекретаря под заглавием «Our Common Agenda» – «Наша общая повестка дня». В этой программе 12 обязательств, в частности, призыв к укреплению цифрового сотрудничества и призыв к созданию инклюзивной интернет-среды. Что касается моего государства, Польши, мы также сейчас занимаемся работой по защите прав человека, защите персональных данных, по обеспечению равного доступа в интернет и по расширению компетенций цифрового мира. Это связано с образованием, общением, коммуникациями, и это наше общее обязательство. То есть мы должны более активно работать в направлении образования и общения, потому что здесь именно появляются очень конкретные вызовы. Сейчас я перейду к конкретным планам. За последние месяцы мы наблюдали, насколько эффективно ООН приспосабливается к новым действительностям во время пандемии COVID-19. Большинство из нас перешла из конференц-залов, офисов в интернет-платформы. Я убеждена, что цифровая дипломатия не в состоянии заменить как бы с офлайновой дипломатией и человеческого контакта. Но, тем не менее, следует подчеркнуть, что новые технологии, информационные технологии
позволили нам продолжать нашу миссию и нашу ежедневную работу. Люди изо всего мира получили доступ к мероприятиям, которые в прошлом были бы доступны только для тех, кто мог бы просто проехать в Нью-Йорк, Женеву, Вену, Найроби или другое место мира. И так что пандемия COVID-19 повысила инклюзивность. Я очень надеюсь, что мы вернемся в конференц-залы. Но одновременно я бы хотела подчеркнуть вот этот позитивный аспект пандемии, который способствовал повышению инклюзивности. И в конце моего выступления хочу сказать, что ООН является единственной глобальной организацией, которая дает возможность совместных усилий, совместной работы по в области этих всех вызовов, о которых мы с вами говорим. Во-первых, он дает пример и является платформой для обмена передовым опытом и сотрудничает со странами-членами по внедрению новых решений. Спасибо огромное, и спасибо еще раз польскому правительству за возможность встретиться. Господин Макс Тореро, представитель Всемирной организации по продовольствию. Он будет с нами подключаться, к нам подключаться из Рима. Это мой любимый город. Спасибо огромное. Я очень рад, что могу присутствовать на этой встрече. Начну с того, что цифровые технологии и цифровые приложения образуют беспрецедентные и невероятные выгоды и пользу. Они также ускоряют выполнение целей устойчивого развития, к чему мы и стремимся в рамках ФАО, нашей организации. Но это, конечно, не панацея, и мы должны учитывать много разных сложных факторов. Что касается Ватиканской декларации по этике, использования механизмов искусственного интеллекта, мы занимаемся 6 важнейшими принципами, а именно прозрачность, инклюзивность, беспристрастность, достоверность, безопасность. Это для нас важнейшее. Принципы нашей работы. Почему это так важно? Это именно потому, что касается сельского хозяйства и продовольствия, мы по-прежнему должны прилагать большие усилия для сокращения неравного доступа к услугам, в частности, доступа в широкополосный интернет, потому что скоростной интернет недоступен во многих местах нашей планеты. Мы также стараемся обеспечивать доступ в отношении пола и возрастных групп, чтобы молодые люди не дискриминировались в отношении полового или возрастного признака. Я хочу также подчеркнуть необходимость международного сотрудничества для того, чтобы мы предпринимали целенаправленные усилия в рамках нашей организации. Как я уже сказал, мы сосредотачиваемся на вот этих 6 принципах, о которых я раньше говорил. Мы внедряем новые решения в области продовольствия и сельского хозяйства, но на этом мы не останавливаемся. Благодаря международным связям мы стараемся продвигать и популяризировать такой подход, который называется «От поля к столу», и мы стараемся также противодействовать цифровому исключению. Мы хотим, чтобы как фермеры, так и потребители могли пользоваться новыми цифровыми технологиями. Мы вовлечены в несколько инициатив. Одним из наших приоритетов является большая интеграция цифровых решений в сотрудничестве со странами-членами. И мы стараемся использовать прогресс информационных технологий и привести к улучшенной обработке данных по выращиванию
растений и по животноводству, и также по изменениям климата. Мы принимаем во внимание также социально-экономические факторы. Мы знаем, что мы должны обеспечить доступ к воде, ресурсы которой являются более ограниченными, и чтобы мы могли управлять угрозами, связанными с изменениями климата. И для этого, конечно, мы должны укреплять наш потенциал в области цифровизации. Мы прилагаем большие усилия, разрабатывая инструменты для предсказывания, прогнозирования и ранней тревоги. Например, платформа для глобальных усилий по ранней тревоге. Это для нас очень важно, потому что мир, в котором мы живем, отличается большой изменчивостью ввиду того, что растет температура, глобальная температура, и мы должны также сталкиваться с очень важными вызовами. Что касается цифровых услуг, с которыми мы работаем, это прежде всего такие цифровые услуги, которые касаются сельскохозяйственного сектора. Это е-сельскохозяйство. Но также мы готовим платформу, которую можно назвать е-деревня или е-село, которая обеспечивает доступ фермеров к цифровым услугам. Это наши методы работы в сторону целей устойчивого развития ООН. Спасибо большое, Массимо. Сейчас переходим к следующему докладчику. Это господин Робин Гайс. Спасибо огромное за приглашение. Я очень рад, что я могу быть с вами. В нашем агентстве мы работаем как независимое агентство ООН и также think tank, то есть консультационные органы. В рамках нашей работы мы обеспечиваем инновационные концепции, новые подходы в отношении сокращения оружия и также многих аспектов, связанных с международной безопасностью. Не будем забывать о том, что в наше время исчерпывается доверие и растет число атак. И это является очень важным. Эти атаки становятся все более изысканными. Мы имеем дело с новыми видами цифрового оружия. И также идет гонка вооружений в цифровом мире. Так что наша программа преследует цели того, чтобы мы не уступали изменениям в цифровом обществе и цифровом пространстве. И здесь я хочу подчеркнуть три главных принципа, которые для нас являются самыми главными, три направления нашей работы. Это, во-первых, использование искусственного интеллекта, а более конкретно в процессе принятия решений в военной сфере. Второе – это принятие решений в сфере безопасности вообще, а также вопрос новых технологий и вопрос того, как будет выглядеть наше будущее. Так что таким образом вот мы работаем именно в этих направлениях. Что касается искусственного интеллекта, мы здесь исследуем разные эффекты синергии в использовании современных технологий, в частности, новых факторов и прогресса в сфере такой, как роботика и другие аспекты. Я покажу несколько примеров того, что мы делаем в цифровом пространстве. Мы ведем исследования, целью которых является построение потенциала. И это, конечно, достаточно трудная сфера в нашей экосистеме. Она все время меняется. Есть специальный портал о новой политике
кибербезопасности. Благодаря этому порталу мы можем повышать прозрачность наших действий. Благодаря этому порталу каждый может посмотреть, что делается в этой сфере во всем мире. И благодаря этому мы развиваем доверие и потенциал, потому что на данном портале можно ознакомиться с разными примерами действий в киберпространстве. Во-вторых, наша организация, наше агентство сотрудничает с разными заинтересованными сторонами или лицами для развития многостороннего диалога. То есть мы отдаем предпочтение голосам многих заинтересованных лиц из частного сектора, государственного сектора, чтобы учиться друг от друга. Мы ведем исследовательскую деятельность, мы анализируем тенденции, готовим отчеты, касающиеся того, что происходит в этой сфере, что происходит в сфере безопасности цепей поставок, что происходит в международном обществе, международном сотрудничестве, как это работает в случае инцидента или атак на критическую инфраструктуру. Следующий аспект – это координация и частно-государственное объединение или сотрудничество. Так что, что касается нашей деятельности, мы поддерживаем разного рода международные межгосударственные процессы в рамках ООН. Мы разрабатываем общие стандарты и также проводим работу в рамках рабочей группы, которая была создана несколько лет тому назад. Именно в рамках этой группы мы будем обсуждать важные темы, связанные с кибербезопасностью и с деятельностью СМИ. Огромное спасибо за ваш голос в этой дискуссии. Это очень важный вопрос. Киберстабильность, кибербезопасность. Кейт Макбрайт, следующая участница дискуссии. Она директор Бюро по информационной политике и общению ООН. Спасибо, я рада, что могу с вами сегодня быть и говорить о том, как мы привносим свою лепту в цифровые изменения и как мы налаживаем стратегические партнерства, благодаря которым полностью можно использовать цифровую информацию и цифровые инновации, в том числе и для того, чтобы справляться с такими важными проблемами, как кризис, вызванный изменениями климата. В этом году мы запустили цифровую площадку, благодаря которой мы можем увеличить доступность информации. Эта платформа позволяет нам также предоставить пользователям интернета возможность виртуально участвовать в саммите COP26, который прошел в шотландском городе Глазго. Благодаря этой программе нам удалось увеличить число участников события с 30 до 50 тысяч человек. То есть 50 тысяч человек могли участвовать в этом мероприятии. 20 тысяч это были те, кто в мероприятии приняли участие совершенно виртуально. Эта площадка является результатом наших работ, но и опыта, который мы накапливали на протяжении времени и потом на практике проверили в ходе саммита в Глазго. Мы сейчас сталкиваемся с различными вызовами, связанными с пандемией коронавируса, и эти проблемы немного убавили скорость борьбы с изменениями климата, но необходимо нам подчеркнуть, что все еще мы нуждаемся во всевозможном вовлечение различных субъектов в эту борьбу и связанные с ней процедуры. После саммита COP26 мы будем продолжать развивать нашу цифровую площадку с целью увеличить ее прозрачность при борьбе с изменениями климата и дать всем заинтересованным возможность внести свой вклад в действия, связанные с борьбой с изменениями климата. Во-вторых, необходимо подчеркнуть нашу вовлеченность в вопросы
обработки и защиты данных. Мы создаем такую платформу, благодаря которой мы сможем передавать информацию о том, какие изменения в этой сфере происходят на мировой арене. Мы вовлечены также в образование по изменениям климата и по использованию в этих целях современных технологий. Мы наладили партнерство с более чем 30 различными организациями, все под присмотром ООН, и в рамках этого сотрудничества мы проводим обучение, распространяем материалы, касающиеся изменений климата. Мы предлагаем и распространяем, предоставляем эти материалы, которыми может воспользоваться любой заинтересованный. Я в завершении хотел еще подчеркнуть, что с различными инициативами, в рамках которых мы пытаемся отвечать на проблемы, которые порождаются глубокими общественными изменениями, приводимыми в движение пандемией и новыми технологиями. Мы стараемся все время стремиться к восстановлению и к увеличению устойчивости в лице таких устойчивости в столкновении с такими проблемами, как изменение климата. Мы должны учитывать все факторы и действовать в пользу как всех жителей нашей планеты, так и ее самой. Мы внедряем автономные системы, используем искусственный интеллект, системы типа блокчейн и другие механизмы, чтобы добиться требуемых изменений. Будем помнить о том, что все эти процессы требуют сотрудничества различных субъектов, многостороннего сотрудничества. Будем помнить о том, что мы входим в 2022 год, то есть год, который станет началом новой эпохи, связанной с изменениями климата. Нам всем необходимо вовлечься в то, чтобы использовать цифровые технологии для того, чтобы распространять информацию о тех существенных, об этих существенных вопросах. Мы должны помнить о том, чтобы совершать существенные действия с целью повысить нашу устойчивость к изменениям климата и предпринимать новые меры. Благодарю за внимание. Я отлично отдаю себе отчет, что мы дошли уже до конца запланированного для нас времени, но прошу еще немного терпения, потому что перед нами еще одно высказывание господина Марка Уильямса, представителя Всемирного банка. Благодарю. Уважаемые дамы и господа, сердечно всех приветствую. Для меня это огромное удовольствие, что на цифровом саммите я могу представлять Всемирный банк. Это многосторонняя организация, которая занимается такими вопросами, как общественное развитие, экономическое развитие, особенно в развивающихся странах. И здесь, в таком плане, мы обеспечиваем разные решения и техническую поддержку именно для развивающихся стран. Развитие цифровых технологий является неотъемлемой частью нашей деятельности в каждой стране, в которой мы присутствуем. Если посмотреть на нашу историю, то можно заметить, что в самом деле уже 30 лет мы заинтересованы этими вопросами, а на протяжении последних 10 лет мы в большей степени сосредоточиваемся на цифровых технологиях и их использовании во всех проектах, которыми мы занимаемся. Вопросы цифровых технологий в настоящий момент являются предметом интереса Всемирного банка, и мы проводим ряд проектов, которые включают этот цифровой компонент. Конечно, это требует и широкомасштабных исследований, и подготовки. И нам приходится действовать в цифровой сфере и помнить о том, что цифровые технологии воздействуют на любой аспект экономики, на все ее секторы. Будем помнить и о том, что необходимо подходящее урегулирование по защите данных, по цифровому общению и по цифровой связи и другие. Важным элементом нашей деятельности является модернизация доступа к
к публичным услугам. Итак, мы осуществляем исследовательскую деятельность, готовим анализы, но также мы обеспечиваем финансовую поддержку, предоставляем ее развивающимся странам в сфере цифровых технологий. Помимо прочего, мы предлагаем поддержку при развитии широкополосного интернета, особенно на сельских территориях. Мы стараемся предоставлять такой интернет, особенно в развивающихся странах, и по доступным ценам, чтобы он был доступным для всех. Пытаемся усиливать стремления отдельных стран, нацеленные на достижение надлежащего уровня защиты данных, и поддерживать страны при их, в их инвестициях в цифровые технологии. Наш подход, можно сказать, изменяется во все растущей степени. Мы действуем во все более широком масштабе, но развитие наше и тех, кого мы поддерживаем, должно быть, возможно, инклюзивным. И с этой точки зрения мы тоже формируем наши проекты так, чтобы, как мне кажется, в будущем цифровые технологии смогли решить различные проблемы, например, такие как справление, преодоление изменений климата. Мы пытаемся поддерживать те государства, с которыми мы сотрудничаем, а мы сотрудничаем и с правительствами, и с другими учреждениями в конкретных странах, так, чтобы укреплять их, обеспечить и формировать справедливую и прозрачную и безопасную цифровую среду. Сотрудничаем с различными партнерами, стремясь к все более быстрому развитию. И особенно важно является сотрудничество с такими организациями, как Международный союз электросвязи, ИТО. Мы в таком же духе будем продолжать действовать и знаем, что цифровые технологии будут все более важным элементом нашего портфеля проектов. Мы во все большей степени сосредоточиваемся на кибербезопасности, защите данных и пытаемся подчеркивать цифровое включение во всех аспектах нашей деятельности, чтобы все могли пользоваться и извлекать выгоду из развития технологий, с которыми мы работаем. К сожалению, боюсь, что у нас нет больше времени, чтобы пригласить наших слушателей и зрителей к дискуссии, задавать вопросы или комментировать, но думаю, что мы все замечаем, насколько глубокая эта проблема и как широко используются цифровые технологии в деятельности ООН и различных агентств этой организации. В будущем, я думаю, цифровые технологии будут все шире использоваться. И поэтому мне кажется, что все агентства ООН должны друг с другом очень тесно сотрудничать, так, чтобы мы создали многостороннюю, многогранную общественность. А то, что меня особенно поразило, это то, что деятельность отдельных агентств ООН во многом покрывается. Конечно, у каждого агентства есть своя тесная узкая специализация, но во многих аспектах ваша деятельность накладывается друг на друга. Поэтому я думаю, что и IGF тоже вписывается в эту совместную деятельность. И я думаю, что в ваших высказываниях эти важнейшие элементы тоже прозвучали. То, что мы обсуждаем на нашем форуме, то есть доверие, безопасность, изменение климата, входящие урегулирование, экономическое включение и цифровое сотрудничество. Я убеждена, что цифровой саммит поспособствует предоставлению доступа и построению знаний об этих очень важных вопросах. К сожалению, нет у меня времени добавить еще что-нибудь. Нет времени, чтобы кто-либо мог высказаться. Так что я сердечно благодарю всех прибывших. Извиняюсь за то, что мы вышли за временные рамки, но надеюсь, что в будущем мы сможем еще организовать дискуссии в подобном духе. Спасибо.